какой-то серьезной игры. Как вы видите ПАВ, как он выстрелил? В каком остатке? Ну, во-первых, можно сказать, в принципе, результатом мы довольны. Катархин хотел наполнить именно на то потели с моими мыслями и пельменями. Но самое главное, что мы из игры к игре играем лучше. Так мы формируется команда. Але то сумадикотеро не не, оти апо матч се матч пежуме калитера, ке эти хтизете и омада. Я думаю, что есть у нас у команды хорошие перспективы. Пистево, пос и омада мас эхи калес политикес. Есть и проблемы, конечно. И пахун и вебе ке проблемы. И мы это все видели. Но большая команда формируется именно пошагово. Але и мегали омада диаморфонете методевмена. Я думаю, что сегодняшний ПАОК спокойно бы прошел металлист. Пистево, пос то сегодняшний ПАОК анете θα μπορούσε να κερδίσει από την металлист. Главная задача наша, чтобы с каждой игрой и последующей все было лучше и лучше. Ο κυρίος στόχος μας είναι το κάθε επόμενο παιχνίδι να είναι καλύτερο από το πρώτο. Ήταν η πιο χαρούμενη στιγμή του αυτή από τότε που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Это самая радость στην момента, с того момента, как стали руля ПАОК. Нет, конечно. Здесь просто другие эмоции. Именно я очень хотел расстроить немцев. Απλά εδώ είναι, όχι βέβαια, απλά εδώ είναι διαφορετικά τα αισθήματα. Ήθελα πολύ να στεναχωρέσω τους Γερμανούς. И немножечко получилось. Θα κάνει κάποια κίνηση, κάποια μεταγραφή, γιατί είπε προηγουμένως ότι είδε και τα κενά της ομάδας.